Не, там же. Не кинулся? Не кинулся. Вот у этого возраст какой? А? Это в Ростове. Многие кашляют здесь. Или это от резкого движения? Смотри, снизу ходят. Они очень много кушают. Какой? Конечно, не даст. 800 не даст он. А больше шаралей нету, да? Только эти, да? А. Вот этот, что ли? Вот этот? Да. Хороший бычок. Ну там минимум этот будет. 380 килограмм будет. Может и 400 будет. Это тоже хороший уснул. Ну, сопли у него идет. Антибиотики надо колоть. Да, сильно отличается. Вот это тоже хороший бычок. И спина есть. Ну, передок. У шарале они, когда до 2 лет, они отличаются сильно. Это ростовская селекция, не краснодарская. Вот из Ростова, который привезли. Они очень быстро растущие, чем те краснодарские. Эти очень сильно быстро на мне. Да. Это более чуть новая селекция. Чуть новая селекция. Да, сам лучший вот этот. Не знаю, под 700 килограмм там есть. Под 700 килограмм там есть. 700. 700. Под 700 там есть. 670, 680 там будет. А здесь 8-месячные тоже продавались у вас, да? 8-месячные. Да. Вот самый молодой есть. Самый молодой. Вот этот хороший бычок услал. Вот это тоже будет мощный.
каркас есть. Ну, спина не нравится ему. А 116 хороший. Ну, ему уже годы три, наверное, уже. А я его там и на фотографии не замечал. Тоже хороший бычок. Годы три минимум будет. Да. А это цена какая, как бы? Это самого молодого цена какая? Молодняк есть. Молодняк 260. А постарше вот такие 240. Большое погоде, коробка. У меня бычки в основном. Ты вы на откормили? Так, интересно, так. Мне-то более краснодарская линия нравится. Краснодарская линия больше нравится, вот это. О, рубин. Они намного больше они становятся. Вот сейчас 2,5 у меня вот до сюда он сейчас. Чоп. Там дальше к опрокам пойдем. Все они болеют. Без исключения все кашляют. Надо, если и купят антибиотиками. Это в Ростове. Все равно здесь сидеть, лежать нормально, сухого места нету. На откорм самый лучший бычок вот этот здесь. Вот этот. У него передок есть, сзади есть, спина есть. Ну что, роста нету? Сколько килограмм мяса у вас сейчас в данный момент? Какому, тому? Минимум 330 там. Минимум 330. Тоже хороший. Да, вот этот мне нравится. Он больше всех здесь. Просто возраст тоже из-за этого мышечную массу набрал. 3 года, по-моему, есть. 3 года? Три года не будет. Для своих возрастов они маленькие, Руслан. Вот этот зад широкий вообще сильно. Вот этого бычка? Есть, больше есть. Под 400 будет, думаю. Они все, да, они кажется маленькие, но веса дают. Алейкум салам. От года и дальше 240, а полторагодичный 240, а что-то молодые. 100 тысяч стоит.
Молодые, они 260. 100 тысяч тебе они здесь. Это в Ростове. Вот это 100. 400 килограмм там, если будет, там... По-моему, не будет там 400. Ну, 100 тысяч пускай будет. Здесь же 100 тысяч. Вот такую может купить. Ну, я думаю, это лучше. Потому что столько она откормит. Здесь. Я смотрю, волю дают. И у них, они слизи уже, короче, это делают. Поедем обратно, посмотрим. Далеко? Далеко, блядь. В личку напиши, а потом напишите. Обраки сейчас, через 5 минут сейчас на связь выйду. Все, посмотреть нельзя, что ли, здесь пройти, все? Через 5 минут выйду на связь.